Бабушка просила не материться, бабуля, извини, по-другому тут как бы нельзя. Это самый большой вес в мире. Всем привет, друзья. Это внутряночка чемпионата нашего. Мы сейчас на залежах. Вот это все, что здесь лежит. Еще вон туда лежит. Еще одна комната там. И три комнаты там. То есть три комнаты полностью забиты раздачкой. Что такое раздачка? Это халява. Нет, призы. Ну ладно, что халява. Тут у нас скандалист. Даже меня поставили, смотри, что. Как футболка у тебя красивая. Да, я люблю Милф. Прикольно. Да, в общем, тут 4 баночки, пакетики, все как положено. Что у нас сейчас? Есть наши фирменные пакетики. Что мы дарим участникам? Мы дарим шейкер памятный. Это сумочка тренировочная, тоже прикольная. Это просто памятные призы, ребята. Это, знаешь, это... Можно сказать, это для тренировочек. Вот эта вещь. Вот эта вещь. Стикеры на телефоны. Не в обиду никому. Здесь лежат сейчас эти штучки, как это, листы для автограф-сессии. Вот, да? И для каждого человека делали, вот, допустим, для Андрея Малыча, я думаю, здесь, ну, штучек, наверное, тут. Ну, штук 40-50, наверное, да? То есть там для Виктора Евгеньевича очень много. Для Смайла такое же количество, для Медекса еще больше. Короче, Медекса вообще просто больше всех. Смотри. Да? Вот. Катя же занималась количеством. Смотри, во сколько она меня оценила. Да, Кирилл! Понимаешь? Да, сравнить со Смайлом? Даже у Смайла больше. И Виктор Евгеньевич больше. Знаешь, как он сказал, ты все равно не будешь расписываться. Я сейчас как сяду, как начну их всех подписывать. В общем, ребята, охотитесь. Лимитированное количество вот таких вот штучек для автографов. Вчера мы закрыли билет. Вчера мы на сегодняшний день закрыли билет. Вообще, в принципе, ночь не спал, потому что мне где-то с 5-6 утра начали звонки. Типа, нужен билет, нужен билет. Друзей же много, знакомых же много. Кому-то нет возможности отказать. Кому-то объясняешь, говоришь, ё-моё, ну понимаете, друзья, ну как бы, ну, будьте, пожалуйста, ну, вы поймите. Но я очень сильно боюсь. 12-15 уже толпа. Очень переживаю за давку. Не дай бог давка. Если будет давка, сам пойду, все буду раскидывать, все эти баннеры все выкидывать, открывать монтажные ворота, буду всех просто выпускать. Ну как ты думаешь, кто из гостей больше всего соберет? Смайв. Смайв и Джулиус, да, объективно. Смайв, потому что никогда ни разу не был вот на такой, как я понимаю, автограф-сессии, там, где вот для него люди могут все дотянуться, тем более это Москва. Я думаю, что Виктор Евгеньевич, как всегда, тоже, конечно, соберет вокруг своей площадки. Ну и Джулиус, так как приехал. Ого! Особенно после того, как он выступит завтра, я думаю, что его просто разорвут. Но самое главное, основной сегодня день. Сегодня основное количество билетов было продано. Очень много билетов. Ребят, ну что, хочу сказать, что с каждым годом все больше и больше молодежи, все больше и больше людей внедряют в спорт, и мероприятие набирает просто колоссальные масштабы. Это большая заслуга еще Кирилла Сарыча и его команды, которые популяризируют все это дело. Ребят, спасибо вам, спасибо людям, которые приходят, и люди, которые следят за нами, за спортом, за движухой, за всем, всей этой суетой. Я всех люблю вас, вы нас мотивируете, так что идем вперед, всем мира, спорта и карательного атлетизма. Что, как тебе мероприятие? Мероприятие бомбовое, народу полно, все супер, все просто классно. Как тебе, ты не участвуешь в этом году? Не понял. Не участвуешь как спортсмен? Не, как спортсмен не участвую, я сегодня гость. И как тебе? Ну, необычное ощущение, на самом деле, в прошлом году такого ажиотажа не было, сейчас можешь просто показать, сколько народ стоит. Очень круто, эмоции наверху. Ты видел, сколько там народу, Андрюх? Ты же понимаешь, что там тебе проходу не будет? Я не видел, честно. Там прям... Ух! Да? It's a VIP or VIP. Like, you know? Всем привет, с вами Давид Шамей, и сегодня мы на Сарыче Power Expo. Как можно обратить внимание, тут огромное количество людей. Я лично веду очень страшные конкурсы, в которых никто не хочет участвовать. Прямо сейчас у нас начинается подъем штанги на бицепс весом 150 килограмм.
Если вы что-то пропустили, можете заходить всегда. Как тебе вообще по плотности народу? Тут плотность вообще жуткая. Ощущение, что пройти, если куда-то ты захочешь, ты туда не дойдешь. Я бы назвал это самое большое спортивное мероприятие за всю историю России. Хотелось бы помещение побольше, но с нюансами ситуации все как есть, так есть. Но пока что каждый человек рад, и тут много всего. Кто любит спорт и фанатеет от него, это для него лучший день. Я не знаю, как это описать. Есть все. Турники, армрестлинг, чемпионат мира в РПФ. Можно выполнить мастера круче. Чё об этом рассказывать? Тут надо находиться. Это не описать. Друзья, я всех приветствую. Я безумно вообще рад, что я здесь нахожусь. Сарычев, Экспо, Кирюха вообще молодец. Я не знаю, как он это организовал, но красава. Я уже говорил, повторяюсь, сколько молодежи, детей, взрослых, мужиков с разных видов спорта, и что они здесь все собраны. Я очень благодарен этому фестивалю. Надо такие фестивали один раз в месяц нам обязательно делать, чтобы молодежь привлекать больше к спорту. Я очень рад здесь находиться. Армрестлинг, любименький, одна из самых сильных площадок на нашем мероприятии. Мы сделали уже 4 сезона, и сейчас при поддержке и в партнерстве с Рутюб будем делать 5-й. И все это благодаря крупнейшей в России платформе по размещению аудио и видеороликов Рутюб. Рутюб всегда активно нас поддерживает на каждом нашем мероприятии. На этом у нас конкретно 4 площадки, в которых Рутюб непосредственно участвовал. Это карджитсу, по рукам, панчбокс и, конечно же, армрестлинг. По рукам. Скачивай Рутюб. Смотри и радуйся жизни вместе с нами. 100 килограмм разы сейчас будет биться с обратным хватом от Андрея Смаева. Надо кинуть в толпу, пусть дерутся теперь за эти куски. И давайте поддержим Андрея. 10, 20, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, нижняя полка готова. Сколько тебе нужно времени? Отдохнуть? Да. Минут 5. А вес какой? Сейчас 120. 120? Андрей сказал, ему мало, он отдыхает сейчас 5-10 минут и еще идет на подход на 120 килограмм. Килограмм на штанге, 100 было на 30. Давай, пошла, жена! Давай, Андрей! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Готово! Поставим еще 20-ку, да? Давай тогда сразу 140 и хороший. 40 и хороший. Это будет 140. Вот так сейчас 140? Так 140. У нас, наверное, все 2,5 нету. Надо еще 2,5. Или 150. Или 140, или 150. А вдруг 140 или 150? Давай 150. Может, 150 сразу? Я не знаю, сделаю я или нет. Ты сможешь, брат, мы все верим. Мы сейчас так заведем толпу, что ты 200 поднимешь, отвечаю. Андрюха говорит, все чертям. Че я буду мелочиться? Че эти ваши там 5-2 килограмма? Хотя бы один раз, но для фанатов, для толпы, специально для вас.
он поднимет 150 килограмм. Ребята, я вам ответственно заявляю, это самый большой вес в мире на обратный бицепс. Никто никогда и нигде столько не поднимал. Ребята, сейчас надо максимум шума от вас. Нужна максимальная поддержка для Андрея. Нужны ваши эмоции. Молодцы, ребята! Андрей, поздравляю! 150 на 10 обратным хватом! Андрюха, ты просто красавчик! 150 обратным хватом! Никто никогда на планете Земля из 8 с лишним миллиардов человек никто никогда не делает этот вес! В принципе, да еще и на 10 раз! Чью-то становую тягу просто на разы Андрюха сейчас тащил! Это пи***ц! По-другому я просто не могу сказать. Бабушка просила не материться, бабуля, извини, по-другому тут как бы нельзя. 150 на 10 обратно. Это может быть на раз даже норматив какой-то в жиме лежит для него. Просто попробуйте присядьте 150 на 10, посмотрите, что с вами нога, с вашими ногами будет. 150 на 10. Вот любое упражнение, пристановое, сделайте, и вы поймете, что такое сделать это на бицепс. Андрюха красавчик старается для вас, вы самые преданные фанаты. Те самые, кто ставит колокольчик, ставит лайки, и негодяям пишет возражение, когда кто-то пишет какую-то хрень. Мы даем 10 минут времени на то, чтобы съесть 8 бургеров. Че, как ты думаешь, как вот по опыту обычно, сколько людей не доедает? Вот это доехал с худой. Ну, мне кажется, он остановится где-то на 600. Если не доешь, что? Бёрпи ждет меня. Сколько бёрпи? Десяточка. Десятка бёрпи, если не доест. Хорошо. Идет, идет. Я первый раз такое смотрю, вообще классно. Вот он. Ну, кушай, кушай, вкусненько. Давай, давай, давай. Ну что, мои сладенькие, я уже на Сарыч Фэкспо третий раз по приглашению. Этот раз всегда доволен, всегда счастлив. Единственное, что я вот только вхожу, народу столько, я до туалета могу 4 или 5 часов идти. Как бы не хочется и говорить, пацаны, подождите, я вот тут сейчас отойти должен. Хочется со всеми поговорить, пообщаться. Блогеров прям тонна. Я зашел в Гримерку, все знакомые. Прям, знаешь, чем-то похоже на такую добрую, дружескую, как бы корпоративную атмосферу, когда приходишь, ребят, все свои. Как будто каждый день ты здесь со всеми видишься. Короче, теплая атмосфера, дохренища людей, заняться есть чем. Я еще даже не сел, пока еще не пошел даже все павильоны. Короче, советую. Поняли? Держите бутылку. Подожди, тебя знают, что ли? Это все мои братья. Это благодаря им ты попал на проверку? Абсолютно верно. Завтра у меня армфайт, который я выиграю. Одно из главных событий первого дня, появление Андрея Смаева на выставке. Какое у тебя осталось впечатление от масштаба внимания к нему? Чтобы понять масштаб личности Андрюхи, нужно посмотреть чужие соцсети и количество видеонарезок с Андрюхой. И это, в принципе, обо всем говорит, а там ТикТок. Ну, заходишь в ТикТок и смотришь, сколько и чего со Смаевым режут. Ты выкладываешь жим 400, люди пишут мне похрену, Андрюха жмет 320. То есть, сколько бы ты, даже если ты пожмешь 500, 320 килограмм Андрея Смаева будут больше и лучше, чем любой другой результат. И это говорит о качестве фанатов Андрея. Это реально фанаты. Это последователи религии Смаев. Это прям, ну, дорогого стоит. И Андрюха красавчик. Ну, впервые за какое-то время я увидел его улыбающимся. Реально поулыбался хотя бы. Такого медведя раскачать на улыбку, это дорогого стоит. Ну и в принципе то, что он здесь был. Андрюха, спасибо тебе большое. И все, кто был причастен к его приезду и поездке сюда.
Ну чё, день X, Джулиус сегодня жмёт. Полчаса до выхода на помост потока. Нет, поток начинается через 30 минут. В потоке 14 человек. Джулиус 11. Это значит, что 10 человек примерно возьмем в среднем 10-12 минут. То есть до выступления, от этого момента до выступления у Джулиуса где-то 40 минут. Сразу, сколько внимания все-таки к большим дядькам? Прикольно. Слушай, ну а когда вот, например, ты сам знаешь, что выходишь сзади запасом, когда ты знаешь, что у тебя бэкграунд еще выше, все равно нервы шалят или нет? Хоть 200 килограмм жать, когда любой выход на помост – это нервы. Я в Австралии выходил, жал 200, 220, 30, я не помню. Так же нервничал, как и на соревнованиях. За себя я тут волнуюсь. Блин, жалко, вчера Паша Артемьева пропустил выступление, очень хотелось посмотреть. А какой шаг обычно в разминке? Ну, когда ты столько жмешь, что, ну, я также шагал. У меня была разминка гриф 70, 120, 170, 220, потом 240 или 250, потом 200, там, 70 какие-нибудь, 290 и на помост. Tell me when, bro. Keep going. Keep going. All right, right there. Release. The amount of people that appreciate the sport, I'm blown away. I'm extremely blown away. It's a big deal. It's a big deal. 220 на 3 повтора, сейчас будем жать. Интересно, сколько будет следующий. 10 минут где-то до начала потока. 20 minutes, brother. 20 minutes before you come. 20 minutes before you will compete. And 10 minutes before the flight start. Okay. Постоянно, постоянно. Только угли, 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 быстрые угли. С утра очень много долгих. Hey, can you put your elbow right here? Yeah. Down a little bit more. Yeah. About right. Here? Yeah, right there. You show me here hard. That's good right there. That's good? Yeah. Кирилл, а публика отвлекает или настраивает? Очень отвлекает. Всегда. 300 килограмм на штангу. Вес готов, barrels loaded. Please welcome Julius Maddox. Let's go. Let's go. Come on! Let's go. Come on, Julius! Вес засчитан. 4 минуты перед второй попыткой. 4 минуты отдыха. У него плечо болит. Мы ему мяли-мяли его перед этим. Чуть-чуть тяжеловато пошло у него, конечно. Какой вес сейчас, Кирилл? 310. Come on, then. Yeah. Yeah. 310 килограмм на штангу пятого сета. К сожалению, попытка не удалась.
Rush на 4 минуты перед третьей заключительной попыткой. Спортсмены, выступающие в многоцельной софт-экипировке. Сразу после третьей попытки на втором помосте начнется ваш поток. Without the comment. Don't listen to judge. Must say the start. Кирилл, что по-твоему пошло не так? Он просто команду не послушал. Я ему подал, он сразу начал жать. То есть я подаю быстро, убегаю, ему говорят жать, и он опускает. I gotta remember to slow down. My adrenaline's going, it's loud. I'm run away from the platform very fast. I just give it to you and run away. Okay. And then the judge will say to you immediately, start. Okay. It will be like... Okay. Man, you can't help but to look at this. You can't help but to be fired and inspired up, by the crowd and the energy. The judges are intimidating. They are serious. There is no games. This is legit. This is brother. This ain't Instagram. This ain't Instagram lifting. Like this is real, real life professional lifting here. Like brother, I'm the owner. I am the change the pants. Even me. No, I mean, it goes to show you the caliber and what we're doing. Listen, if you haven't been over here to lift, you better get over here. You better get over here, get over here fast. The WRPF over here, it's different. They're built different over here, for sure. So, you better get over here. Расскажи для новой публики, кто может не посвящен в пауэрлифтинг, что вот у него не получилось взять вес, что дальше? Команду старт. Три команды на жиме у нас. Ладно, я не буду говорить, для чего это сделано. Это сделано специально. То есть человеку подают штангу, выводящий быстро убегает с помоста, судья говорит команду старт. Старт, жим, стойки. Три команды. Понимаешь? Для чего сделана команда старт? Потому что некоторые люди... Так что просто подают, и спортсмен начинает опускать штангу вместе с выводящими. Выводящий не успевает убежать с помоста. Вообще говорит, если что-то пойдет не так с плечом, надо, чтобы ассистенты были готовы забрать. В общем, время подарочков. Эти часики я обещал Уэйну. Он их увидел у меня в инсте, еще не знаю, годик, наверное, назад увидел. И такой, вау, это типа... Все. А это семья Курочкиных делает. Таня Курочкина мне это, связала их. Ну, сейчас пойдем вручать Уэйнушки. Limited edition, luxury. Why buy one pieces? Oh my God. You told me about this. Oh, that's cool. Bro, it's a hand-woven Rolex. It's dope. I said to Gorilla, we should go to a very exclusive posh, you know? Bro, thank you. So good. Друзья, впервые в рамках нашего Экспо мы сотрудничаем с благотворительным фондом. И этот благотворительный фонд моего друга Максима Каганского, который поддержал нас в этом событии. Фонд Николаша развивает системную благотворительность, чтобы качественно решать проблемы в долгосрочной перспективе. Стратегическая цель фонда – сделать помощь нуждающимся базовой ценностью для всех жителей нашей страны. И в этом мы очень сильно схожи с ним. Фонд Николаша работает в следующих направлениях. Оказывает помощь тяжело больным людям, помогает малышам-сиротам, сопровождает семьи в трудных жизненных ситуациях, поддерживает таланты, способствует сохранению культурно-нравственных ценностей, помогает приютам и воспитывает гуманное отношение людей к животным. Все, кто был на Экспо в этом году, могли внести свой вклад в развитие фонда. И все, кто это сделал, ребята, вы лучшие просто. Вы молодцы. Элита. И я горд, что живу с вами в одно время, в одной стране. Помогайте друг другу. Eight years ago. This is the story, you know? What just you say? It's big difference between the Instagram lift and what happened here. Oh, it's totally different. It's... Like, this ain't for the faint-hearted, this ain't for the weak. You're competing at back home, it's 2 a.m., 3 a.m.
The reason I'm not upset about missing the lifts as much as I am about just coming and performing. I wanted to put on a show. That's what's frustrating. Is I love the sport so much, I love the people so much that I want to give the people what I feel like they deserve because they support. And it fires me up. That's the good reason. Come back and show what you got. Yeah, I'll be back. I'm happy. I'm good. Happy too. I'm just man. Thank you, brother. Again, I wanted to put on a show, so I thank you for everything. It's been great. It's been these guys have went above and beyond, taking care of me, making sure that again, I'm just telling people the WRPF always has standards. And over here, it's at the highest level. And this goes to show you, that's the difference between Instagram lifters and real people who show up and do it. You know, people who are in the industry to break records and be mended in history forever. So I'm forever grateful. And I thank you guys for the support and for bringing me over. I appreciate it. Appreciate it. And Wayne, I appreciate you sticking beside me the whole time, man. I appreciate it. Давай, держим. Она молодец, среди девочек это пока лучшее время. Ну грязненькая, но все равно, минута 56, погоди, нет. Что сейчас будет происходить? Бой Хобби Хорса против Квадробера. Прикольно! Ну конечно, конь зарешал! Победил конь! Да, что тут происходит? Ягодичный мост. Сужу. Странно. Ты? Да, я. А ты разбираешься? На самом деле я не знаю, что делать. Я потерянная. Но Давид поддерживает, поэтому. Что, есть кандидаты? Кандидаты? Да. Интересно. Да, ты уже начала переживать? А? Начала переживать? Переживать как? Что побьет мой рекорд? На самом деле я к ней вчера подхожу и говорю: Юль, мне нужна мотивация, мне нужен стимул, конкуренция. И я ее, короче, мотивирую на то, ну прям толкаю, говорю, ну пожалуйста, ну сделай на раз большой вес. Потому что если не она, то я не знаю кто. Главное, чтобы девчонка. Что надо сделать? Ягодичный мостик, брат. Не-не-не, ты что, я не представляю, это очень больно, просто с валиком. 250, писюлька сломается. В этом году, насколько ты доволен? Я доволен, самое главное, я прям реально тебе говорю, я был в Тольятти, блин, я увидел давку вживую, вот это вот хаос, вот этот, знаешь, вот толпу, испугался. И здесь, когда мы увидели, какое количество билетов, мы просто отключили продажу. И когда увидели, какое количество человек к нам придет, отключили продажу, я очень сильно запереживал, все обошлось. 99,99999% людей здесь все классные, все адекватные ребята. С большим уважением, с большим пониманием к каждому. Очень мне приятно то, что те гости, которых я пригласил, что им столько внимания уделяется, что это Джулиус, все, кто был в клетке, все, кто был, стоял, ребята, на стендах, работали к ним, бесконечная толпа. Смотри, насколько помолодела выставка. Обрати внимание. Это самое главное, это очень круто. И, блин, это, за это спасибо большое аудитории, спасибо каждому гостю. Это не какие-то наигранные там слова или заранее записано. Это реально искренне, ребят. Спасибо вам, что приходите, поддерживаете. Я надеюсь, вам все понравилось. Кому не удалось уделить внимание, извините, пожалуйста. Это рабочие моменты. Джулиус Медокс, я так понимаю, официально зарегистрированный результат 300. Что не получилось дальше? Скажи, как эксперт. 310 без команды старт, пожал. И 320 просто, ну, не выжил. Казалось, повышенное внимание, люди вокруг, камеры и так далее. Я думаю, что больше все-таки перелет, джетлэг. Очень мало ребят, кто из Америки, очень мало, приезжает, выступает в других странах. Обрати внимание, это мы до всех этих событий катались как безудержные. В Малан один сколько переколесил.
Это две разные вещи, выступить у себя дома, даже на любых других, когда домашний перелет, когда атмосфера, ты понимаешь, что ты у себя на родине. А другое дело, это выступить в другой стране, с другим часовым поясом, с другой едой, так еще и с теми новостями, которые сейчас вокруг нашей страны, так это совсем непросто. И он, тем не менее, несмотря на осуждение и всю эту историю, он к нам прилетел, за что ему большое спасибо. Я надеюсь, что на следующий год вся эта история, все это прекратится, и не только Джулиус, но и многие-многие другие, и Ларат, и все приедут и поучаствуют, и вы увидите их живую.